Представляете, сейчас вас представят. Ну, помните, шаг вперед, шаг назад делаете. Но нас немножко, конечно, маловато, но, как говорят, нас мало, но мы в тельняшках. Так что молодцы, что пришли. Спасибо. Выступите. Грамоты всем выпишем, медальки всем будут. Так что не переживайте. А, Константинович будет страховать. Смотрите сюда. Если кому-то жарковато, говорите, мы окошко вверх поднимем там, ну, чтобы свежего воздуха. Или откроем дверку. Не стесняйтесь. Холодно, говорите, сквозит, закроем. Договорились? Чтобы, то есть не заболел здесь никто, чтобы все было нормально. А сейчас представит вас секретарь. Девушка, весовая категория до 45 килограмм. Белкина Соня. Категория до 64 килограмм. Стеценко Настя. Категория до 81 килограмм. Скарлова Екатерина. Юноши. Юниоры. Категория до 35 килограмм. Леонтий Фантом. Категория до 49 килограмм. Тихонов Никита. Категория до 61 килограмма. Захаров Михаил. Калистру Мариус. Категория 60, до 67 килограмм. Матвеев Александр. Хайков Роман. Гаврилов Павел. Категория до 81 килограмма. Кладжишвили Важа. Категория до 89 килограмм. Сарафанников Егор. Байкин Александр. Представление участников закончено. Проходите на разминку. В разминочный зал. Леонтий Фантон, вес останки 7 килограмм. Чуть-чуть поближе подойти. Опустить подход защиты. Красавчик, молодец! Следующий вес. 10. Качок Роман, на вес 7 килограмм. Я говорю, что ты столько под ней имеешь. Она здоровая будет, Но помнишь, как у нее момент? Она поднимается, ну раз, резко, стоп. Опустить подход защиты. Это была тренировка. Давай 10 килограмм. 8 килограмм на штангу. Готовится Тихонов Никита. Тихонов Никита на вес 8 килограмм. Давайте 8 будем. Ему 10. Кому? Тихо. 10 килограмм на штангу. Готовится Скатова Екатерина. Скатова Екатерина на вес 10 килограмм. Я замочек одену. Готовится Леонтий Фантон. Как
еще, еще, давай. Давай. Стой. Опустить подход защиты. Не спеши бросать. Смотри на балкон. Не командуй. Все. Все. Все, все, пойдем. Так, у нас 10. 12. Нет, 13. Давай, Антон. Леонтьев Антон, вес 10 килограмм. Готовится Тихонов Никита. Не спеши, сразу тянем вверх. Опустить подход защиты. 12. Тихонов Никита на вес 10 килограмм. Готовится Ткачев Роман. Тянем вверх. Выше. И руки не сломаем. Здесь 10 килограмм. 10 стоит. Ты сюда не лезь. Твое тело настраивайся на то, чтобы не сломать. Руки. Все. Не лезь. Помочь. Опустился на помочь. Опустись на помочь. На помочь, на помочь. На помочь, на помочь поставь. Вот. Давай, остановись. Все, я готов. Подходи, подходи. Только с помощью рвать надо. Понял? Не поднимаем. Не поднимаем. Вот теперь. Рывок. Вот молодец, хорошо. Опустить подход защиты. Бросать не спеши, жди командочку, когда скажешь опустись. И тогда вы шаг искать. Ничего спокойно. Следующий вес. Вес следующий у него какой. Какой следующий вес пойдем? Так, сколько здесь? 10? 12? 12. Соня. 12? 12. Качок Роман, вес 10 килограмм. Готовится Леонтьев Антон. То все так же, не пошире возьми, пошире, остановишься. Опа, молодца, умничка. Опустить подход защиты. Молодец. Третий у него, все, да? Или второй? Третий. Третий. Ну все. Все? Все, отдыхай, да. И, Вань, Антон, три подхода. Все? Да, все, три подхода. Так, сколько? 12? 12 килограмм на штангу. Леонтьев Антон, на вес 12 килограмм. Готовится Тихонов Никита. Без остановки, Антон. Без остановки, вверх. Держи ее. Опусти подход защиту. Все, хватит. Тихонов Никита, на вес 12 килограмм. Умничок. Опустить подход защиты. Так, ну что, сколько? 15? 15. Молодец, молодец, хорошо. 13 килограмм на штангу. Готовится скатывая Екатерина. Настя! Ну скажи, Настя, ты следующая. Скатывая Екатерина на вес 15 килограмм. Готовится Стаценко Анастасия. Так, уроки пошли. А ты подъем. Можно, да, смотри на балкончик, на балкончик. Балкончик, смотри, вот так удобно. И наверх, да. Вставай. Ровни, давай. Опусти подход защиты. Только старайся, пожалуйста, не отсюда, а прям с помоста потом, ладно? Грузил. Молодец, хорошо. Не, ну молодец. 15 килограмм на штангу. А может, женщина говорит? Готовится Стаценко Анастасия. Давай, пока доберем еще детишки. Так, сколько? 15. По полтора. Добавляем прямо. Замок убираем. Кристи Марис пойдет на телевизор 15. Где скажу? Стаценко Анастасия, на вес 15 килограмм. Готовится Тихонов Никита. Опусти подход защиту. Окей, 20. Настя, не забывай. Тихонов Никита, на вес 15 килограмм. Готовится Захаров Михаил. Опусти подход защиту. Следующий вес. 20? Хотя не надо. Все, нет, три подхода есть у него, все. Сережа, бери. Сейчас скажу. Что там? Вот сейчас еще. Захаров Михаил на вес 15 килограмм. Здесь я боюсь. Не волнение,
Готовится к Алису Марию. Опустить подход защиты. Два вижу. Калистру Мариус на вес 15 килограмм. Готовится важно. Я густовой ряд. Паш, идите за 12. Саша. Опустить подход защиты. Следующий вес. 18. А ваше... Сарафанников Егор на вес 15 килограмм. Кто готовится? Готовится Вальцер Александр. Кто сейчас выходит? Сарафанников Егор. Давай тоже на 20 переправим, на 20. Мальц, убери мобильный. Мальцер Александр, на вес 15 килограмм. Давай же на 20. Сейчас я иду, да? Нет, 16 килограмм на штанге готовится, скатывай Екатерина. Поповки вот. Да. После нее ты. Без проблем. Скатова Екатерина на вес 16 килограмм. Готовится Белкина Соня. Белкина сейчас выйдет себе от души. Опустить подход защиты. Следующий вес. Все, три подхода делаем. Есть. 17 килограмм на штангу. Готовится Белкина Соня. Я покажу. А Гри сколько весит? Пятерки. Дмитрий, повесит. Пятерки повесит. Большие. Давай. Соня, я тебя вызову. Иди пока. Ваня, 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 следующий вес. 17. Ой, 20. Соня, успокойся. Не расслабляйся. 18 килограмм на штангу. Готовится к Алису Мариус. Готовится? 18 килограмм на штангу. 18. Кто там готовится? К Алису Мариус на 18 килограмм. А, да, слушай, дальше. Сейчас идет Калистру Мариус на 18 килограмм, а там 17 на штанге. Извини, все, я понял. Прокинь, до конца, вот это. Раз, оп, и... Давай, сейчас, а ты вот делаешь. Оп. Калистру Мариус на вес 18 килограмм. Готовится Белкина Соня. А сколько вы поставили? 20. А я сейчас, да? Готовлюсь. Ноги уже. Опусти подход защиты. 20. 20 килограмм на штангу. Готовится Белкина Соня. Так, можно Наташку? А, полторашку. Да. Прям сверху, да? На замок. Белкина Соня на вес 20 килограмм. Готовится пациентка Анастасия. Ты можешь получить? Ты можешь. Соня, не спеши мерять, давай. Отдыхай. До конца терпи. Вот! Опустить подход защиты. Надо слушать. Тренера своего надо слушать. 23. И раз это, когда подходишь... Стационка Анастасия на вес 20 килограмм. Готовится Захаров Михаил. Опустить подход защиты. Thank you.
мне 23. 25. Стеценко. Я тоже хочу. Петкин, 25. Держи. Я не прав. Да, секунду. Стеценко, 25. Я не видел. Просто слева на нее. Они так пойдут. Захаров Михаил на весь 20 килограмм. Готовится к Алистру Мариус. Что делаешь? Чего давай последовательно? Что ты делаешь? 27. Нет. Опустить подход защиты. Калистру Мариус на вес 20 килограмм. Готовится важно. Опустить подход защита. Красавчик, ты... Следующий вес. Нет, три подхода сделать или нет, все. Важно, на вес 20 килограмм. Значит, надо будет не 6, а 5. Готовится сарафанников его. Опустить подход защиту. Следующий раз. Сарафанников Егор на вес 20 килограмм. Готовится Вальтер Александр. Опустить подход защиту. Вальтер Александр, на вес 20 килограмм. Готовится Белкина Соня. Нет, опусти. На собой. Не торопись, на собой. Ну, давай, так. Опусти подход защиту. Ничего, молодец. Только не на грудь, а работа. Белкина Соня на вес 25 килограмм. Готовится Стеценко Анастасия. Нет, да. А какой это вес? Сколько? 25. Вот. Сейчас, давайте. Вот все снимаем. Может, мы грипп поменяем? Ну, давай грипп поменяем. Так, все не так? Ага. Белкина Соня на вес 25 килограмм. Готовится Стеценко Анастасия. Тяни до конца. Опустить подход защиты. Белкине 27, 28. Да, 27. Давай, догоняй. 5 секунд. Окей, не спеши там. Там 25?
Это 25. Захаров Михаил на вес 25 килограмм. Готовится ваша. 3 на 3 раз. Сюда надо бить 3 раза. Я обладаю, кстати. Ваш, просто не думай. Молодец, держи, 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 ничего. А, пусть так вот зачем. Молодец. Следующий вес. Мы с ним работаем на 3 повтора. Важно, на вес 25 килограмм. Готовится сарафаник Фигор. Опустить подход защиту. Это у него второй или третий? Второй. Подбородок сейчас поднимает, смотри вверх. Она немножко вниз смотришь, она тебе берет. 27. 28. Сарафаников Егор на вес 25 килограмм. Готовится Бальцин Александр. Опустить подход защиты. Вальцин Александр, на вес 25 килограмм. Готовится Белкина Соня. И сильный вес. Молодец. Давай. Опустить подход защиты. Двадцать семь на штангу. Александр Захаров, иди сюда, пожалуйста. Белкина Соня на вес 27 килограмм. Готовится важа. Давай, давай, позлее, позлее. И терпи до конца, давай. Спина. Опусти подход защиты. Важно. Сколько там? Да, да, да. Там 27 на штангу. 27, да. 28 на штангу. Готовится важно. Важно. На вес 28 килограмм. Готовится пациентка Анастасия. Опустить подход защиты. Стеценко Анастасия, на вес 28 килограмм. Готовится Белкина Софья. Пойдет? Нет, все? Да.
На 29? 29 килограмм на штангу. Я уже. Дальше. Готовится сарафанников Егор. Давай. Опусти подход защиту. Thank you.
Алексеев Александр на вес 50 килограмм. Готовится Гаврилов Павел. А, пусти подход защиты. 53. Гаврилов Павел на вес 50 килограмм. Готовится Матвеев Александр. Давай, Паш. Я в тебя верю. Ты сможешь. Слышишь? Он еще раз будет пробовать? Да, подойдет еще. Третий вариант возьми. Сейчас опять ты идешь. Настя, Настя, кинь воды мои. Подожди, подожди. Давай, сколько ты будешь? 53. 53, мы ему поставим, он подойдет, а потом скинь. А вы поставите. Не пиши. Матвеев Александр, на вес 53 килограмма. Опустить подход защиты. 5-6. Давай 55. Сейчас на 50. Сейчас 50, да. Идите сюда, я на 50. Сейчас, пожалуйста. Я могу вот так вот сделать? Ваше. А, ну ты подожди, сейчас ты эту программу просто она по очередности прилегала. То есть мы сейчас попасть. Да. Программа не даст зафиксировать вес более тяжелого. Да. Да. Гаврилов Павел, на вес 50 килограмм. Готовится Матвеев Александр. Матвеев Александр, на вес 55 килограмм. Готовится Гаврилов Павел. Тихо. Да, темнота.
А, пусти подход за щекой. Готовится Матвеев Александр. Он потом в толчке ничего не сделал, что вы его мучаете? Я его бросил, я его не ставлю. Он ничего делать не будет. Все. Хватит уже. 58 на штангу. Все, ты закончил? Нет. Да, все. Все. Сколько ты? 58 ты не понял, да? Я 53, 73. Все. Не, все. Все. Ну, 52 ему можно. Подождите, секунду. Да потом. Все, подожди. Где Матвей? Матвей, ты куда-то ушел? Да, не то. А что ты, почему? Нет. Почему он здесь, они там? А, ты. Что такое? Давай, почему так? Матвеев Александр, на вес 58 килограмм. Там 60?
Матвеев Александр, на вес 60 килограмм. Давай, Александр! Самый лучший сегодня, давай. Опустить только на щит.